тут на самом деле ситуация по-другому. Как бы в 2014-2015 году всю эту навалу установили просто добровольцы. Как бы украинская армия, к сожалению, да, не функционировала на 100%, то что их были... Я уже год как работал парикмахером, поэтому когда попал, я и стриг ребят, бойцов, поэтому уже умел. Тогда сразу попали, ну, поехали на село Волновахо, ну, город Волновахо. То есть это было перед Новым годом 2015 года. Когда я попал на фронт, у меня с моего было ничего. Я форму забрал с предыдущего батальона, потому что я дали волонтеры, я ее не сдал. Бронежилет мне пригнал отец контрабанды с Польши. Каску у меня тоже через волонтеров, которые взяли за это $300, потому что это волонтеры. У меня было с оружием это автомат Калашникова, пистолет и ведро патронов. Это все, что мне вот выдали. Ну, с моей точки зрения, ну, я не патриот, я считаю себя гражданином Украины, я люблю эту страну, но мой дом, и туда никто не должен прийти, кроме меня и моей семьи. Большинство людей, которые попали, это не допустить ту ситуацию, которая началась на Донбассе у себя дома. Но очень много бойцов, ребят были из западной, центральной части Украины. У нас тут много было киевлян, и также сам у нас были и ребята из самого Луганска, из самого Донецка. Как бы все были объединены одной целью, как бы не пустить дальше то, что происходило и происходит на данный момент на востоке Украины. Государство, с которым мы воюем, и у нее все время были сферы влияния на нашу страну. Не понравилось то, что мы решили проявить воле изъявления независимости, самостоятельности. И начались конкретные давления. Давление — это аннексия Крыма, это Донбасс. Было жесткая, ужасная пропаганда на самом деле. Ну и вот первый звоночек был, что очень тревожно, это когда начался этот сбор людей, люди объединялись, ели со всей Украине, нашим братским народом. Что единственное смог сделать народ, он сплотился, он начал бороться. Да, травма есть, это контузия, тугоухость, но она получена по моей же глупости, потому что как бы добровольцы не специальные военные, и с некоторых предметов оружия не стоит стрелять, если ты с него не умеешь. Ну, нету ни одного бойца, который приехал по сути здоровым. Хотя учились быстро, хотелось быстро учиться, работать с видами оружия, которые ты только в кино видел. Которые реально воевали и как бы держали автоматы, и как бы все говорили в один голос: мы не знали, мы не хотели, мы не по своей воле. Можно таких людей тоже рассчитывать как заложников ситуации. Ты раз взял оружие, к сожалению, ты стал преступником, как бы не каким-то стал врагом. Был один тоже, с ребят рассказывали, взяли тоже одного пленного, который местный, который сказал: я делайте что хотите, но я вот за идею, я за этот же там Донбасс, или как он, ДНР, ЛНР, то есть я вот все, я вот идейник. Большинство было людей, которые, ну, авантюристы, некоторые не от хорошей жизни. Все, очень много кто переехал из Донецка, Луганска в Киев, это хорошие, богатые люди, они просто начали терять свой бизнес, они начали, а забирать его начали местные люди, которые, ну, как люди, сказать, бандиты. Просто я там понял, и вот я видел, как ребята, как у меня сам психолог, у меня мало психолога, я занимался, я увидел, как живут люди в реальности и не в реальности. Когда мы находимся на гражданской жизни дома, мы думаем, как было вчера, как, что будет завтра, как нам жить завтра. Там, в тот момент, ты живешь в нынешнем, ты понимаешь, что происходит, ты как бы чувствуешь. Поэтому, скорее всего, и много людей туда тянет по одной причине, что это ты живешь в данный момент, проживаешь его. Очень сильно проверяется дружба, ответственность, там идет ответственность за каждого своего товарища, бойца, даже если ты его мало знаешь, он неприятен, но у тебя есть момент, что он тебя спасет, ты его спасешь. Я не вернусь сюда, есть свои причины, я стал семьянином, и теперь я жду ребенка, и это такой отличный якорь, который заставляет жить, так как сейчас украинская армия довольно сильно выросла за эти года, стала довольно сильнее.